Всем привет! Возможно, для кого-то станет откровением, но стиральные машины, как и другая техника, развиваются и достаточно стремительно. Появляются новые функции, технологии, режимы и способы управления. Сегодня я расскажу о 5 крутых фишках в современных стиральных машинах, которые существенно облегчают жизнь. Согласитесь, бывают случаи, когда не всегда удобно стирать сразу много вещей, а утром необходимо надеть любимую кофточку. Для этого многие производители добавили режим быстрой стирки. В большинстве случаев он длится 30 минут, и это действительно быстро по сравнению с полуторачасовой стиркой. Но и это не предел. Новое поколение стиралок способно освежить слабо загрязненные вещи всего за 15 минут. Серия какого-нибудь ситкома длится дольше. В общем, фича полезная. За счет этой технологии удается максимально эффективно расходовать моющие средства и деликатно стирать вещи. Функция реализована так. Специальный генератор выпускает в воду пузырьки воздуха, смешивая их с моющим средством, в результате чего получается пена, в которой идеально и равномерно замешан порошок. Таким образом, моющее средство быстрее проникает в ткань, и в результате одежда стирается так же хорошо в холодной воде, как и в горячей. Большим плюсом является то, что пена плотно облегает вокруг ткани, и во время стирки вещи значительно меньше изнашиваются. Этот режим точно лишним не станет, ведь смешивая пар с водой, моющие средства растворяются полностью. Плюс он очень мягко воздействует на ткань, удаляя источники аллергии. Некоторые модели оснащены опцией «освежить». За счет нее разглаживаются складки и устраняются неприятные запахи. А главным достоинством является то, что все это делается без использования порошка и воды. Принцип работы схож с предыдущим. В задней части машины установлен парогенератор. Через клапан в него подается вода, которая под большим давлением преобразуется в пар, температура которого составляет 100 градусов. После этого по трубке он поступает в барабан, остывая до 60 градусов. Согласитесь, что сегодня это уже не сильно удивляет, ведь рано или поздно подобное должно было произойти. Теперь можно управлять стиралкой с помощью смартфона. Загрузив приложение, можно устанавливать новые режимы стирки, а главное – производить диагностику. Если, к примеру, что-то вышло из строя, необходимости вызывать мастера больше нет. Достаточно запустить приложение и в нем выбрать пункт Smart Check. Далее запускаем диагностику, и на экране телефона появится информация о неисправностях. Это сэкономит время и средства. После полной диагностики результат можно отправить в центр технической поддержки, где специалисты будут выяснять, что необходимо сделать. Завершающая функция нашей подборки не менее актуальна, ведь не всегда есть возможность сделать все домашние дела, а в особенности стирку. Тем более, если это касается режимов, которые занимают от 2 часов и более. В таком случае можно запрограммировать запуск с возможностью отсрочки старта до 24 часов. Загрузили белье, выбрали режим и задали время, через которое стирка должна быть окончена. Также эта функция сэкономит расход электроэнергии, в том случае, если стирать ночью и если есть счетчик день-ночь, конечно же. На этом все. Напишите в комментариях, какими функциями пользуетесь вы. А также смотрите ролик о брендах стиральных машин и ответы на самые популярные вопросы о стиралках. Пока!